Жди тут! Че? Охренительная заставка, скажу я вам. Искать банду Мерла в баре. Нам надо с вами. Собственно, с вами я, Женек. И мы продолжаем проходить ходячих мертвецов Survival Instinct. Мы приехали в Бруксдейл. И нам надо идти в бар. Искать нашего братана и его друзей-байкеров. Вот так. Это все, что я припоминаю из всего сказанного. Сейчас мы кому-нибудь пробьем дырку в голове. И немножечко осмотримся первым делом, конечно же. Вы не думайте, что я вот сейчас так медленно что-то разговариваю, потому что я медленно разговариваю. Я просто усердно пытаюсь вспомнить, какого хера нам надо делать. У меня что-то немножко сейчас плохо вспоминается. Я просто уже наигрался в такое количество игр, плюс там отснял, много прошел. У меня вот сейчас Call of Cthulhu и ходячие уже, я в них путаюсь. Плюс серии снимаются еще и до кучи пачками. Эй, ты еб... Да ты чё? Третий! Ебать! Нихуя ты отжимаешься! 20 раз! А вот это уже не смешно. Кувалда! Кувалда меня не интересует. Никоим... Да чё ты вот... Вот кто тебя просит поворачиваться? Я же не в гости к тебе пришел. Встречай тут меня с распростертыми своими объятиями. Да я тебя встречаю с распростертыми пиздюлями, чё ты волнуешься? Двустволка, мне тоже не надо. Пока что мы охерительно справляемся без лишнего барахла. То есть какую серию мы проходим с вами с трубой? По-моему, реально у нас уже, ну, какая четвертая или пятая или серия, в которой я не использую ничего практически, кроме трубы. Но, может быть, только чуть-чуть там нож используется и где-то в какой-то серии, может, пару раз пальнул, но... Основным моим оружием является труба. И все остальное вроде кувалды. Там, я не знаю, бензопил. Хотя, если бензопилу найду, я все-таки, наверное, трубу поменяю на нее. Бензопила эпичнее. Вот байкерский бар. Это понять легко по байкерским мотоциклам. Мерл! Какой хрен? Не убивай меня, брат. Я не твой брат. Клянусь, сдать тебя это была не моя идея. А, я верю тебе, Эш. Ты слишком труслив, чтобы перечить мне. Почему бы тебе не сказать мне, где остальные? Где-то снаружи, ищут барахло. Блин, Мэр! Все это было ради твоего хабара. Кончай ныть, у меня башка уже болит. Джесс был прав насчет тебя, эгоистичный сукин сын. Ой, ну не будь ты таким. Гляди, я сохранил твой арбалет. Да тебя и впрямь не доходит, да? Ой-ой. Мэр! Эй, Мэр здесь! Ух ты! Скорее! Хватай его барахло! Нам надо добраться до Мерла, пока он не уехал! Да вы охуели, что ли? Где мой нож? Они все забрали! Так, ну, так, болтики, ножик. Здорово, братан! Да чё ты встал, я бы тебя поднял и сам, чтобы арбалет забрать. Не надо, не трещи мне здесь. У тебя есть кое-что мое. Арбалетец. Замечательно. Наконец-то хоть Дэрил Диксон начнет ходить с арбалетом. Это все-таки классика, елки-палки, как-никак жанра. Дэрил должен ходить с арбалетом. Он в фильме ходил с арбалетом, в сериале. Он везде ходил с арбалетом, и он должен, сука, с ним ходить. Это я сейчас про зомбаря сейчас говорю. Хороший удар прямо в лоб. Ну-ка, потестим. Я думал, двоих прошьет. Ну, в целом бесшумно, в целом тихо, издалека, без проблем, можно загандонить кого угодно. Один, второй. Ну, отлично. Болтов, правда, у меня всего 4 штуки, это херово. Как правильно, куда ударение, кстати, ставится? По-моему, болты. Когда я ходил в стрелковый тир, там говорилось именно болты. Возможно, болты. Ну, тренер говорил именно болты. Значит, болты. Может и нет. Нужно найти Мерла. Пора с ним потолковать. Вернуть мое барахло и кое-какой должок. Следовать за бандой через магазин спиртного. Вот они, байкеры. Да? Да, вот они, байкеры. Подрались. Наркотики какие-то забрали. Пошли в магазин бухла. Побухали. Постреляли. А что еще вы ждали? Я сегодня читаю рэп, чуваки. Байкеры. 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 Побухали, постреляли.
наркотики забрали. А что еще вы ждали? Я сегодня я почитаю байкеры, 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 байкеры. Асап Ферг, блять. Ладно, болтецы мы собираем, они нам слишком нужны. 5 штук уже мало. Мало. Конечно, есть такое выражение, мало кошки мордой тычут, но я надеюсь, ко мне оно сейчас не относится. Все-таки мне нужны боеприпасы. Мне очень нужны боеприпасы. Мне слишком нужны боеприпасы. У меня все спиздили. Вот в чем проблема. Если бы у меня еще оставалось хотя бы мои винтовочки, говневочки, то, что было. Труба, кстати, моя. Я, кстати, сглазил сейчас очень сильно. Я сказал, что мы столько серий проходим с трубой, я ее никогда никому не отдам. И у меня ее отобрали. Ну, охренительно вообще. Стоять, не двигаться. Сука. На упреждение надо стрелять. Вот так, давай. Упреждение. Есть такая херь. Стрельба на упреждение. Или как она там называется? Правильно это самая стрельба? Но, короче, надо стрелять в направлении движения противника. А не прям в него, потому что он отойдет, а ты попадешь. На, сука. Эй. Эй. Чел. Дай. Че я в голову типа падаю? Да. Ежидзе, блядь. Хорош. Ай, ай, что ты не бьешь-то? Так, молодец. О, все забрал. Ой, у меня еды нет. Я сглазил все. Я в прошлый раз говорил, у меня столько еды, у меня столько воды, мы не помрем никогда. Я сказал, что у меня классная труба, я ее никому не отдам, и у меня отобрали все. А почему бы и нет? Если кто-то не верит в сглаз, то очень зря. Вот я сейчас очень сильно сглазил. Это... А по-другому и не назовешь, чуваки. Ну, разве что... каким-то сильным проебом, но... Нет, это по-другому не назовешь. Это очень сильный сглаз. Это практически порча. На оружие и еду. В ходячих мертвецах Survival Instinct. Лови в лоб! Хыщ! Ну, лоб у тебя, конечно, я полагаю, сбоку, поэтому... Хыщ! Все. Блин, охерительное оружие. Мне реально очень нравится. Почему в играх так мало арбалетов? Почему нельзя во всех играх добавлять арбалет? Арбалет, он же охерителен. Если бы во всех играх были... Это здесь откуда? Если бы во всех играх были бы арбалеты, было бы просто шикарно. Но во всех играх арбалетов нет, поэтому все не так шикарно, как могло бы быть. Блин, ну это охерительная штука. Она выносит с первого выстрела. Прям вот жзюх. И все. И при этом она еще и бесшумная. Бесшумная. Мощная. Выносящая. Мозги зомбарям. Хреновина. Плюс еще со снайперским прицелом. И зомби опять прыгают, как ебаные дельфины. В этой игре физика есть, нет? Или физику по пьяни делали? Фусь! Ну, второй. Ну, один меня запалил. Ну, сейчас он встанет, будет внюхиваться и получит еще разок. О, дратути. Пистолетные патроны, ладно, возьмем. Кстати, у меня кое-какое барахлишко в машине было. Если у меня машину не сперли, то вполне возможно, что в ней еще что-то осталось. Поэтому после этого уровня можно будет это все забрать. Так что кое-какое барахлицо-то у меня еще есть в нычке. Поэтому в целом не страшно. Помирать вряд ли будем. Блин, ну это арбалет, сука, это просто читерство. Это просто охерительно. Я не знаю, меня прям вставляет этот арбалет, он просто классный. Ну, правда, если дело происходит не в замкнутом пространстве, я не сижу на карачках. Кстати, почему я сижу на карачках? Вот! Если дело происходит в нормальной ситуации, и даже пусть чуть-чуть в экстренной, то завалить зомбаря вообще проблем не составит. Кстати, у меня уже 8 болтов, скажем так. И это просто чудеса. И попить пока что тоже есть. Ну, в целом, я так понимаю, в этой игре особо напряга с едой, водой и боеприпасами-то особо нет. Как бы в любом случае ты умудряешься найти что-то где-то. Но это замечательно, это, несомненно, не может не радовать. Потому что не приходится искать, не приходится экономить, не приходится как-то пересираться постоянно, в отличие от того же Call of Cthulhu, где нихера никогда ничего нет, все приходится искать, все приходится копить и просто дорастать дальше, чем видишь, от страха и от напряжения. Ты встанешь.
Эй. Эй. А, вот оно. Оно... Блять. Оно отскочило. Он так сидел, как будто должен был встать. Но встал не он, встала еще парочка других. Ну ладно, сейчас мы попьем еще водички. Возьмем. Возьми. Селектор оружия, говно. Мы возьмем арбалетец и пойдем дальше. Ты встанешь, нет? Я больше не буду так наугад шмалять. Ну его нахер. Тратить еще только болты свои. Еще в... Забрать свое снаряжение из сумки. Так. Отлично. Ты у нас получаешь рукопашных пиздюлей. Дверь мы закрываем, потому что оттуда может кто-то вылезти. Да и тебя я сейчас... Вот так вот уделаю. Сиди. А, ты здесь? Я что-то показалось мне, что он за решеткой. Я как-то так мельком глянул. Он прям передо мной. Но ему в целом насрать. Он слишком был увлечен своей трапезой. Кто-то в дверь ломился, и я немножко... Ой! Ой, вот это... Вот это-то какая красота. Так, мои водички, мои едички. Ну да, лезут, лезут в целом. В целом лезут. Я надеюсь, решетки они... А схуяли, ты тут-то полез. Эй, здесь решеток нет. Мы так не договаривались. Смогу ли я им сейчас? Похоже, да. Слушайте, я четкий. Этот арбалет делает из меня просто терминатора как минимум. Эти мудозвоны пускай пока там шарятся, они вряд ли смогут сломать решетку. Так, ты должен был на меня по скрипту, видимо, выпрыгнуть. Но ты немножко все-таки зомби, ты немножко мертвый, мозгов-то у тебя нема. Сиську прострелили. Вторую сиську. Но только от этого зомби не умирают. Для них сиськи, они примерно на уровне волоса для человека. Они имеются только для красоты. Хотя у зомби особо не в плане волос, не в плане сисек красота не работает. Вот так вот. Печально им. Почему вы думаете, такие они злые? Особенно бабы-зомби. Вы думаете, что они такие злые? А у них-то уже все. А мужики, вы думаете, что такие злые? Зомби. У них тоже все. Убить ходячих напавших на незнакомку. Ну, охерительно теперь. Какую-то еще незнакомку надо спасать. Незнакомка. А, вот ты где, блядь. Это же... Подожди, это не та ли пиздень, которая была в... кафехе с этим, с Ноа. Это ж точно она. Как ее там звали-то? Ну, да, вы поняли, в принципе. Что я вам рассказываю-то, господи. Как ее звали, я не помню. А мы сейчас с винтом... Хули вообще? Я же все равно не попаду. Че я маюсь вообще дурью-то? Ща их трубой угандошу всех. Оп. Оп. Давай. Оп. 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 Че ты меня там эйкаешь? Некогда мне. Так, мои болты. Еще один. Ну это потому что... Я... Одного не хватает, подожди. Одного болта не хватает. Стопэ, а где я его проебал? Подожди-ка. Где мой болт? Отъебись. Ну ладно, давай быренько помогу. А, вот где он лежал. Спас твою задницу в забегаловке. Я что, похож на твою шлюху? Какое-то странное сравнение. Только не в этой одежде. Чё? Нет, черт, ни за что. Постой, да ладно тебе, я же просто пошутила. Где та сумка, что ты обещал мне в забегаловке? Мы даже на свидание не ходили. Чё? Подвези девушку, тогда и поговорим. Поехали. Пока я не передумал. Подожди, а мы брата-то спасать будем, нет? Мы брата проебали, походу. Стопы, а как так-то? Я проебал где-то брата, ну ладно. Бывает. Короче, давайте выбирать, куда мы с вами поедем. Брата я искать не стал. Он куда-то съебался, ну и хуй с ним. Лаферти или же Арчер Крик. Наверное, поедем в Лаферти. Почему-то мне кажется, что Лаферти более интересно. Ну а Лаферти мы начнем в следующей серии. А сейчас с вами был я, Женек. Смотрим конечную заставку и кончаем. Не то сказал. Ты не из болтливых, а? Нет. Так. Я Аня Тернер. Но друзья меня зовут Скаут. Насчет того, что я ушла из закусочной. Мне нужно было доставить друга в госпиталь. Когда на тебя полагаются, ты делаешь все, что можешь. Мой отец шериф,
Так что я помогала, чем могла. Искала припасы, помогала людям. Так что случилось? Он заставил меня пообещать, что я доберусь до пункта эвакуации. Пальметта Эстейтс. Сказал, что соберет своих помощников и встретит меня там. Лучший план из тех, что я слышал за неделю. Ну что ж, мы бросили брата, нашли тёлку, приехали в Лаферти и продолжим в следующей серии. С вами был я, Женёк. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.